Кристиан Янс Трип, один из последователей Вильяма Калфа и Отто Марсея ван Скрика, голландский художник Золотого века. Родился в Хертогенбосе в 1634 году, скончался в Амстердаме в 1673. В Амстердаме в 1655 году женился, где стал гражданином. По словам Хаубракена, он был учителем художника Авраама де Хойша. В своих работах Кристиан Янс Трип добивался целостности композиции средствами усиления роли света и воздуха при переходе от освещенных к теневым частям объемных форм. Характеризуя художника, Хаубракен свидетельствует, что он писал изображения чертополоха и кротов в манере Отто Марсеуса. Подобные занимательные мотивы органично вошли в такое известное полотно мастера, как «Цветы, бабочки и ящерицы», находящиеся в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже. Наряду с цветами живые аксессуары здесь символизируют бренность человеческого существования. Композиция эта, как и подобные картины Скрипа, интересна для зрителя своей взаимосвязью основного мотива и вспомогательных деталей, ценна своим любовным отношением к миру наших меньших братьев и вполне может быть отнесена к разработанным Алстом сценам в маленьких лесных чащах. На примере его натюрморта с фруктами, рёмером, венецианским стеклянным и серебряным бокалами, находящиеся в Вене Музей истории искусств, видно, как цвета предметов у него становятся неповторимо естественными по свету и тону, а тени помогают создать иллюзию пространственной глубины. Эта картина ранее приписывалась Юриану ван Стреку, однако, если сравнить ее с такими подписными произведениями Стрипа, как натюрморт
сакелей бокалом, Оксфорд музей Ашмалин и натюрморт с фруктами и блюдом из Делского фаянса, Шверин государственный музей, с первого взгляда видно сходство живописного почерка всех этих полотен. Особенно сближают их сильные рефлексы и запоминающаяся широта письма, доходящая до небрежности в исполнении деталей.